всем. Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы нашли этого говнюка. Пришлось мне загрузить довольно старый сейв. Фак, все вопросы к офицеру. Ну, почему ты пошел? Ты же вроде стоял. В общем, я его нашел в Сантьяго. Фиг знает вообще где. Так, давайте оббежим. Вот здесь вот он, вот этот тавернщик нам рассказывает вам про него. Нигде не найти кухни лучше нашей. Сейчас он вышел в море на своей бригантине, думаю, где-то недалеко в водах нашего острова. Спасибо, ты мне здорово помог. Вот, все, можно... Я пока его искал, я делал миллион сейвов, я вот вам сейчас просто покажу. Блин, как бы он... Ну, короче, тут у меня их очень дофига. Вот, очень-очень дофига. Пришлось загрузить сейв довольно давний, поэтому мы потеряли вот того крутого, вот этого вот абордажника, который просто сносил все и вся. Ну, что поделать, абордажник абордажником. О, слушай. Солдаты удачи всегда в цене. Кстати, неплохой казначей. Мошенник, слушай, а сколько ты хочешь? Давайте назначим его на должность казначея. Хотя у меня казначей, кстати, есть. А, ну у меня казначей такой. Для галочки назначен. Вот этого казначея назначили. Так, все. Окей. Да, еще у меня есть личные способности. Я... А, это я обмен опытом еще не взял. Блин. Короче, видите, пришлось загрузить фиг знает какой сейф, но... Но зато мы его нашли. О, стопы, еще офицер. Солдаты удачи всегда в цене. Абордажник, это, кстати, тоже неплохой абордажник, правда, он обычный моряк. Так, а чё у него за этот самый, за предметы? Ну, эта штука палаши топоры, да, относится. А как ты, владение у тебя ими? 60. А, ну это твоя топовая. Ну давайте абордажника назначим, но он уйдет, конечно. Да. Ладно. Есть у нас абордажник, все. Так, теперь надо грамотно свалить отсюда. Значит, мне сказали... Ой, а я что, с этого пирса не могу свалить? Ладно. Блин, вот идет говноед. Говноед прошел. Так. Понимаю, с вот этого пирса можно уже свалить, да. Так, давайте сохраняемся. Значит, он где-то в водах, да? А как он сказал? На своей бригантине в прибрежных водах. Ох, сейчас будет, я чувствую, тяжелая битва. Кошки к борту. Огонь, огонь, огонь! Так, ну мы чуть-чуть ему покоцали команду. Какого черта? Так, тут всех свалили. Ладно, мне пофиг, мне этот квест уже выполнить хоть как-то. И уже... О, а этот тоже по сотне бьет. Не, на самом деле абордажники действительно хорошие попадаются. Так и чё, я его взял на абордаж, а мне ж его убивать-то не надо? Или как? Ну ладно.
Это штаб Бригантина, но вроде бы других не было. Так, все, завалили это. Давайте ускорим тут немножко. Зачем я... Зачем мне ускорение? Ну, я хотел этот жизни восстановить. У меня и так много зельев, эликсиров, так что восстановим так. Фух, так, ну вроде бы наших потерь не было. Не, ну он похож на того, кто мне нужен. Ну, в смысле, он, этот персонаж, как бы, ну, не классический капитан. Я такой его первый раз вижу, то есть, скорее всего. Скорее всего, это тот, кто мне нужен. Так, ладно, давайте ускоримся. Блин, он зелье опять выпил. Давайте опять ускоримся. Жесткий ты. Так, а мне же его не в плен, мне же его труп. Ух ты, сколько здесь. А, ну это все предметы мне надо взять, да? Найдено отличное вино. Так, ну все. Ну, у него стандартная бригантина, ничуть не лучше моей. Чуток рома, но радует, что мы смогли таки провернуть эту... Фух, наконец-то мы провернули эту штуку. Топим бригантину. Так, новая... Голландский, каким бы... Задание Гастона выполнено. Так, все, теперь мне надо... Я надеюсь, этот самый... Ой, а где я? Тут проплыть вообще можно? По карте? Да вроде бы можно. Так, теперь, я так понимаю, надо держать курс на Тартугу. Я надеюсь, мне не до 9-го, блин, этого надо туда приплыть. Хотя мы, может быть, и успеем даже до 9-го, если нам мешать не будут. Ну, если будут мешать, то, конечно... Да, я заплачу, конечно, им зарплату, ради бога. Ой, точнее, не на Тартугу, а на Барбадос. На Барбадос. Так, а у меня сейчас французский флаг, да? Ну, мне, в принципе, сейчас и Сент-Мартен, так. Ой, а мне далеко. Нет, до 9-го мы не успеем. Еще и ветер не в нашу пользу. Ну, ладно, давайте чуток вот так поплывем. Вон он, Барбадос. Не, ну, я думаю, приплыть обратно это... Да задолбали тут всякие эти. Ну чё ветер не в нашу пользу? Вот это бесит, когда вот против ветра надо идти. Больше всего напрягает. Так, надо уходить от шторма. Но мы вроде бы уходим. Только пираты, блин. Не хочу от них с ними...
Ну да, уже 12 января, вроде бы, то затрахали вы. Так, ладно, все, я здесь припаркуюсь. Порт Бриджтауна, причаливаем. Охотники за головами, куда ж без вас-то? Ну-ка, следуй за нами, и без глупостей! Конечно, бывает. Ха-ха! Ля, а это у меня скрытность, да? Благодаря скрытности... Хотя нет, скрытности у меня. Первый раз, я думал, этот пункт, он вообще как бы тут для, ну, для галочки. Как бы. Давай, пиндуй куда хочешь, мне как-то пофигу. Не бойся, капитан, здесь не разбавляют ром водой и не подают тухлую рыбу. Я выполнил Феррера Родригес мертв. Да, вот он, великолепно. Теперь по содержимому, давай посмотрим, что ты... Ага, все, что мне нужно, молодец, ты отлично выполнил работу, я доволен тобой. Спасибо, слышать похвалу всегда приятно. Вот твое вознаграждение, как и было обещано, 30 тысяч. У меня сразу есть для тебя очередное... Очень ответственное задание, связанное со значительным риском, но и оплата будет соответствующей. 40 тысяч песо. Слушаю выглядишь внимательно. Ты достаточно грозно. Посмотрим, каков. В этот раз охотиться нужно не за человеком, а за вещью. Тебе нужно проникнуть в дом английского капитана Ричарда Флитвуда, проживающего на Антигуа, и выкрасть его судовой журнал. Дом этот охраняется изнутри, да и сам Ричард со своим журналом не часто в нем бывает. План таков. Ровно через 10 дней губернатор Сент-Джонса дает у себя во дворце званый ужин, куда будет приглашен и капитан Флитвуд. Тебе нужно проникнуть в дом... ночью, между часом и тремя часами, когда не будет опасности твоего обнаружения. Внутри будет всего один солдат. Когда Ричарда нет дома, то и охраны немного. Охранника ликвидируя, журнал следует искать в апартаментах Ричарда на втором этаже. Вот, возьми этот ключ, с помощью него ты откроешь запертую дверь. Задачу понят, готов... отправиться в путь. Будь осторожен, не суйся в дом раньше указанной мной даты, иначе тебя в лучшем случае просто оттуда выправят, а в худшем окажешься за решеткой. Повтори дату ровно через 10 дней с часу до 3 ночи. Хорошо, теперь отправляйся. Не бойся, капитан, здесь не разбавляют ром водой и не подают тухлую рыбу. Так, есть немножко команды, но мне, кстати, тут хорошая команда почему-то заспавнилась. Честно говоря, не понял, с чем это связано. Ну ладно. Так, отлично. Значит, мне надо на Антигуа, да? То есть, я правильно понял? Я получу... Нужно отправиться на Антигуа, в Сент-Джонс, пробраться в дом некого капитана. Так, окей. На Антигуа, значит, на Антигуа. Ну, на самом деле, это, мне кажется, как бы... Как сказать, насколько квест кажется проще, чем... Значит, 13 января, да? То есть это 23 января. Или 24. А чё я бегаю тут? А я, собственно, хочу купить этот пушку. Любые товары на любой вкус! Или продать пушку. Так, строевой пистоль. Так, пульки у меня есть. Порох тоже есть. Слово Маскога крепче железа. Так, а этот, у этого-то чувака, у моего абордажника Тина Чикана, сколько у него? 45? А, ну у него полный комплект, да? То есть, надо, наверное, мне забодяжить этих пистонов. Забодяжили чутка пистонов. Наше дело быть начеку.
Да, ваше дело быть начеку, окей. Так, все, сохраняемся. Блин, а я ж хотел еще починить корабель. Так, давайте наверх перейдем. Блин, конечно, у нас уже был и корабль круче. Корабли, и как люди, каждый со своей душой. Круче, все было круче, но... Но, блин, все похерилось из-за того, что я не углядел ограничения по времени. Так, ладно, выходим на этот. Антигуа, по-моему, внизу находится. А, хотя... Стоп, 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 блин. Нет, нифига не внизу Антигуа. Вон Антигуа наверху. А уже 15 января я тут кружусь. Так, а мне 23-го, да, надо? 17 января. Вроде успеваем. 18 января... Ой, шторм. Уплыли от шторма. Так, на Антигуа 19 января. Ну все, приплыли к Антигуа. Порт Сент-Джонса причаливаем. Отлично. Кстати, а у меня не перегруз ли по судну? Нет, нормально. Это у меня 181 человек в команде максимум. Все, фигня какая-то. Так, итого... А ну не мешай! Иди в очко, блин. А ну не мешай, главное, сам меня дергает. Так, мысли вслух. Мне бы не мешало бы отдохнуть. Ну давайте часа три отдохнем. А чтобы торговцы, я хочу просто пульки и порох купить. Так. У меня вы найдете все самое необходимое. Это отличное вино, нафиг не надо мне. Так, а у тебя не продаются ни пульки, ничего, да? У тебя, видимо, продаются. Спешите! Только сегодня два товара по цене одного. Ага, вот есть свинцовые пули и гранулированный порох. Все. Ну, картечка мне не нужна. Так, давайте, наверное, найдем этот самый дом этого капитана. Комната. Это таверна, да? Это верфь. Почему тут вывесок нифига нету? Так, я точно помню, что он двухэтажным должен быть. Ну, видимо, не этот. Может быть, вот этот? Так, ну давайте сохранимся, проверим, он это не он. Видел бы нас мой муж! Нет, тут... Это явно не он. Он не охраняется, как подобает. Так, а там в квесте... Да он... Я не помню, чтоб он четко говорил, где он находится, но сейчас я... В Сент-Джонс пробраться в дом капитана Ричарда Флитволда. Но он, наверное, так и будет называться. Дом капитана Ричарда Флитволда. Я так думаю, что... Вот это еще может... Нет, это магазин. А вот этот, вот это тоже просто дом. Так, ну давайте посмотрим. Частный дом.
Ну, честно, не похоже это на... скажем так, что-то крутое. Этот дом заперт. О, а может вот этот? Не, это вообще каморка какая-то. Блин, да где же этот дом капитана? Тюрьма. Вот тоже мне за... попробуй найди. Не, ну это явно не оно. Это портовое управление. Сильно круто было бы для дома. Может быть вот этот? Тоже какой-то дом. Все вопросы к офицеру. Так, отлично, мы нашли его дом. Все, я теперь знаю, где этот дом капитана Ричарда Флитволда. Так, все. Теперь 23 января. Ну ладно, давайте уже в следующем выпуске пойдем его штурмовать. А этот тогда я на этом заканчиваю. Всем большущее спасибо и всем пока.